Кинокомпания «20-й съезд Фокс». Совместно с киностудией «Мирамаркс». При поддержке интернет-ресурса «сталинанавас.нет» и одобрительного кивка Владимира Путина представляет. Когда обезумевшие бандеровцы подняли руку на символ советской России, когда в Украине не осталось ни одного памятника великому, ну, естественно, после Путина, вождю, виновных настигла неминуемая кара. Ну, товарищ, ну, извините, пожалуйста, я больше так не буду. Ты смотри, как он по-русски заговорил. Так конечно! Я русский же выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Вот сейчас лично ему об этом и расскажешь. Нет. У него будет всего 3 ночи, чтобы искупить свою вину. И что я должен делать? Читай, капитан. Капитан. Самое главное. Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров. Отдельный товар как элементарная форма этого богатства. Что Ленин живее всех живых. Товар внешний предмет. Вещь. Главная премьера этой осени. Батенька, откройте, это архиважно! Будьте готовы, всегда готовы. Звейтесь кострами, синяя ночь, мы пионеры, дети рабочих. Поднимите мне кепку! Близится эра светлых годов, клич пионеров всегда. Путь. Позовите мне Троцкого! 7 ноября во всех кинотеатрах «Красный Октябрь». Коммунистический триллер. Наш город и порядок. Пощады никто не будет жаловать. Врагу не сдается наш город и порядок. Ни Ленину он не сдается. Гоголя.